Спроектировать умное освещение, которое реагирует на уровень теплоты в комнате, Евгений Олимпиев смог на одном из уроков курса «Россия. Мои горизонты». Техническая база кванториума гимназии номер 30, где учится будущий инженер-ядерщик, позволяет перенести в материальную плоскость самые смелые идеи. А таких у ученика 10 класса много. Через год ему предстоит выбрать профессию по душе. Определиться с курсом развития помогают профильные занятия. Хотелось бы упомянуть, что в рамках проекта «Россия. Мои горизонты» мы изучаем различные новые профессии, которые актуальны в наше время. Для себя я выбрал профессию инженера-ядерщика, чтобы проектировать ядерные реакторы, так как атомная энергетика является самой экологичной и требуемой в нашем мире. К программе курса профориентации гимназия подключилась в сентябре этого года. Уроки проводят для учеников с 6 по 11 класс. В процессе обучения дети не только узнают азы точных и естественных наук, но и пробуют себя в роли специалистов разных сфер деятельности. В этот раз педагоги подготовили материал про особенности IT-профессий. Такая модель урока в единой связке с возможностями кванториума уже успела зарекомендовать себя. Это подтверждают результаты государственного экзамена. После открытия в кванториуме у нас улучшились показатели сдачи ЕГЭ, увеличилось количество 100-бальников. Дети уже целенаправленно, идя в профильный класс, в профильный 10, они уже подготовленные дети, они уже определились, какой конкретно профиль у нас они выберут. Выбрать ученики 30-й гимназии могут из 4 профилей, среди которых, кроме технологического, есть также гуманитарный и естественно-научный. Кванториум в школе открыли в 2022 году по нацпроекту образования. Сегодня на занятия записаны больше 500 детей. Аналогичные курсы включены в образовательный процесс большинства школ Ульяновской области. Все дополнительное образование, когда ребята пробуют себя в различных сферах деятельности, в том числе и профессиональных, она ведет к осознанному выбору дальнейшей жизни. Он осознанно выбирает свои профессии. Кванториум – это новые профессии, это робототехника, это IT-специальности, так скажем, из IT-сферы, которые, в принципе, сейчас очень востребованы и очень нужны. В результате курс профориентации сыграет роль в выполнении задачи президента России Владимира Путина за ближайшие 5 лет подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий в ключевых отраслях для обеспечения безопасности, суверенитета и конкурентоспособности Российской Федерации. Александра Никитина и Герман Баранов. Управда. ТВ.